Всем привет из Сочи. Заезжала сегодня в садовод, который на Кипарисовой. Не получилось заехать в первый день перевоза, но было, в принципе, много всякой разной красоты. Были мультифлорки интересные. Ну и остальные цветы тоже заслуживают внимания. Посмотрите, мне вот одна понравилась очень. Вот это вот она, полупилорик, полупростая, тоже была симпатичная. Была бы полностью пилориком, конечно, было бы здорово, но она вот такая. Поэтому, кому интересно, она осталась в магазине. Кто захочет, может приехать и ее купить. Еще мне понравилось, сейчас покажу позже, была одна интересная орхидея бело-желтая. Напоминает немножко сладкую девочку вот это вот. Ну, скорее всего, это не она, конечно, но очень тоже эффектная, красивая орхидея с таким переходом от белой серединки к желтому. Красоты было много. Смотрите, любуйтесь. Вот эта вот серединка, посмотрите, очень яркая серединка у нее была. Прям прелесть. Вам приятного просмотра. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите канал подпиской. Очень-очень это важно для меня. А я буду вам показывать все больше и больше вот такой шикарной красоты, которой можно и полюбоваться, и, может быть, кто-то что-то себе захочет приобрести. Приятного просмотра, хорошего вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего и хорошей погоды.